моя под колонкой ноги, я вспомнил слова Ярцевского святого Гроша Сашки. Что он мне сказал, когда мы сейчас с ним разговаривали, последняя его фраза, говорит, счастлив сам будет тот, кто ни о чем не печалится, кто ни о чем не печалится и радуется тому, что имеет. Хорошо сказано. Хорошо, Грош сказал, ничего не скажу, молодец.